В этом виде спорта важен не только рост, но и меткость. Принять участие в баскетбольных баталиях в зачет студенческой спартакиады пригласили команды от вузов и СУЗов. Какая из них забросила больше мячей в кольцо соперника, расскажут новости спорта. От английского «баскет-корзина» и «бол-мяч» – баскетбол. Командная игра, цель которой – забросить руками мяч в корзину. С 1891 года, придуманная простым преподавателем американского колледжа Джеймсом Нейсмитом, завоевала всемирную популярность. Теперь баскетбол – это, конечно же, любимый вид спорта и у наших студентов. Первыми в спор за победу вступили представители сильного пола – юношеские сборные. Борьба за взятие кольца развернулась нешуточная. В итоге лучшие результаты у студентов АГУМ. Им уступили баскетболисты Краснодарского кооперативного техникума. Тройку лидеров замкнул Индустриальный технологический колледж. В следующую среду в этом же зале в баскетбол сыграют девушки. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. Новости спорта.